Сегодня готовим Наполеон без выпечки. Разбейте туда 2 яйца. Добавьте 100 грамм сахара. Хорошенько все перемешайте. Добавьте ванильный сахар. И снова перемешайте. Далее нужно добавить муку в 2 приема. И перемешиваем до однородности. И теперь можно добавить крахмал. Хорошенько все перемешайте. Тонкой струйкой добавляйте молоко. Хорошенько перемешайте и поставьте на средний огонь. Через 5 минут крем начнет густеть. Теперь нужно убавить огонь. Еще минут через 5 70 грамм сливочного масла. Остудите при комнатной температуре. Коржи у нас будут из слоеного печенья. Выкладываем первым слоем и заправляем кремом. И так далее собираем все слои и отправляем в холодильник на ночь. Утром убираем форму, снимаем пленку, берем оставшееся печенье, измельчаем его с помощью скалки. Полученные крошки посыпаем сверху торта и по бокам. Вот такой красивый и вкусный тортик получился, без заморочек с коржами. Крем очень нежный, ванильный, отлично пропитывает печенье. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.